Russian delegation and friends from Indian industry. Senior officials, business leaders from both India and Russia, friends, ladies and gentlemen. Анчуров. С Индией по заключению соглашения о свободной торговле. Дополнительно прорабатываем вопрос подписания российско-индийского соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений. Я не сомневаюсь, что торговые преференции, механизмы, гарантирующие сохранность инвестиций, будут востребованы и российскими, и индийскими бизнесменами. Еще одним стимулом для качественного улучшения торговли и промышленной кооперации могло бы стать оперативное решение вопроса бесперебойности взаиморасчетов. Сегодня об этом коллеги выступали и много говорили. Комплектующая техника для дорожного строительства, продукция химической и фармацевтической отрасли. Я уверен, что это даст прекрасные возможности для индийских компаний увеличить поставки в Россию по этой и другой номенклатуре. Сегодня уже говорилось о том, что у нас действительно освободились ниши для того, чтобы к нам... Are in advanced negotiation on a new bilateral investment treaty, and we appreciate that this is perhaps necessary, certainly useful, to provide sufficient confidence to investors. Now, there has been some talk, rightly in my payments, logistics, certifications. These are really the key areas, and I'm convinced that it's possible to really find solutions.